С новым топливом для поездов экспериментируют и в Европе. В Германии, например, вот-вот начнут испытывать водородные поезда. Их создатели уверяют, что применение такой технологии стоит дешевле, чем электрификация рельсовых путей. Ну, посмотрим. Может, никаких рельсов и вовсе не будет. Здесь мы видим историю транспорта. Булыжно-мостовая, брусчатка, асфальт, железная дорога, струнный транспорт. Мы находимся здесь, да, вот здесь, под нашей струнной дорогой. Вот мир, а вот и Республика Беларусь можно поделить на счастье. Изобретатель и предприниматель из Белоруссии Анатолий Юницкий уверен, будущее за его детищем. Он уже построил на бывшем танковом полигоне в часе езды от Минска тестовую площадку, запустил там пробную линию в 1 километр и проверяет в действии, как он говорит, принципиально новую разновидность железной дороги – струнную. Она кажется очень легкой и почти невесомой. Как она вообще вес-то выдержит? Да, она не только себя держит, но еще подвижной состав. Потому что на самом деле это висячий мост, зашитый в рельс. Главный принцип тут в том, что внутри монорельса находится натянутый, как струна, стальной канат. Он и помогает удерживать вес поезда. А за счет обтекаемой формы и применения мощных электрических моторов колес можно мчаться со скоростью до 500 км в час. Юницкий полагает, что составы нужны разные, от больших до маленьких. Первые он назвал в честь себя юнибусами, вторые – юнибайками. Кстати, он в 2 раза шире. У нас стоит столик посередине, 2 человека там сидит, 2 человека здесь, и гораздо большой отсек. Я вижу здесь и педали, может и на педальном ходу ехать? Да, мы можем крутить педали, вырабатывать электрическую энергию. У Юницкого куча планов. Он говорит, что использование разных калибров струнных вагонов позволит вообще изменить облик существующих городов. Они должны стать линейными, вытянутыми вдоль магистральных линий. А вокруг – природа и посадки экологически чистых овощей и фруктов. Кстати, Юницкий уже смог обратить в свою веру многих людей. К нему регулярно приезжают делегации интересующихся из разных стран, и он смог даже наладить прием инвестиций через фонды от частных лиц. В честь вкладчиков тут высажена аллея именных деревьев.